Thank you.
Я его нашла. Своего аристократа. Узнала по одежде. Раньше я его видела только издалека, но это точно был он. Мертвый. Я разрезала его одежду. Думала, может, какие драгоценности найду. И знаешь, что нашла? Клеймо на шее. Аристократ с клеймом на шее? Ну-ну. Знаешь, у кого бывает клеймо на шеях? У рабов. Раб, ряженный в одежде аристократа. Почему раб был в одежде аристократа? Мой аристократ был рабом. Как думаешь, твоя принцесса тоже? Нет. Может, я ошибаюсь. Может, аристократа похитили и продали в рабство, а потом его спасли, и он снова обрел свой титул. Маловероятно, но все-таки возможно. В том, что я здесь оказалась, есть какой-то тайный замысел, но мне не достает глупости, чтобы его разглядеть. Хватит с меня охоты за сокровищами, натаскаю обломков, смастерю лодку и вперед, на юго-восток. В прибрежье, ясное дело.